Привет, ребята! В этом видео я хочу сделать вам DIY. Это будет маска для лица с авокадо. И если вы хотите посмотреть, то продолжайте смотреть это видео. Для того, чтобы сделать такую маску, вам понадобится молочко для лица, ватные диски и авокадо. Еще вам нужен сосуд, в котором вы будете перемешивать авокадо. Теперь вам нужно просто достать авокадо из кожуры и поместить его в этот сосуд. Странный цвет авокадо имеет из-за хранения в морозилке. Я взяла авокадо, потому что оно мягкое, оно будет увлажнять вашу кожу и также давать ей правильные витамины. Ну и теперь перемешивайте. Теперь, когда вы размяли авокадо, вам надо добавить молочко для лица и получить из этого однородную массу при размешивании. Когда эта однородная масса будет готова, вам надо просто разогреть в микроволновке. И да, теперь у вас есть такая маска. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь. Пока!